Я проанализировал всех претендентов и установил, что лучший выбор — я. Идем. Время — деньги. В 1863 году на берегах реки Миссури началась завершающая глава грандиозного предприятия — прокладки трансконтинентальной железной дороги. Рабочие железной дороги Union Pacific начали прокладывать пути от Омахи на запад через дикое сердце североамериканского материка. Их поджидали огромные трудности. Они оказались вдали от цивилизации, где просторы необъятны, погода безжалостна, а работа невероятно изнурительна. Но им предстояло воплотить в жизнь чудо научной мысли, укротить пустыню, покорить ее силой стали, огня и пара. Никто до них не отваживался на нечто подобное, но это время пришло. Приветствую. Меня зовут Томас Кларк Дюрант. Совершенно верно, глава компании Union Pacific. Мы войдем в историю, как те, кто построил трансконтинентальную железную дорогу. А этим, друг мой, как раз предстоит заниматься вам, как ведущему инженеру. Сейчас я не могу лично следить за всем здесь на местах, поскольку мне предстоят встречи с политиками в Вашингтоне. Сначала вам стоит ознакомиться с основными элементами управления. Подвигайте камеру во всех направлениях. Теперь испытайте функцию приближения камеры. Можно также поворачивать камеру. Попробуйте. Очень хорошо. Теперь вы знакомы с основными элементами управления. Вот вам первое задание. Проложите железнодорожную ветку между Омахой и Норфолком на северо-запад. Для этого в обоих городах должны быть станции. В Омахе у вас уже есть станция, а в Норфолке ее еще предстоит построить. Для этого перейдите в режим строительства. Очень хорошо. Теперь нужно соединить эти две станции путями. Для этого переключитесь в режим прокладки путей. Теперь спланируйте, как будут проходить пути между станциями в Норфолке и Омахе. Для этого выберите по очереди два пути около станций, затем заплатите за планирование маршрута.